Всем, друзья, привет! С Кубани. У соседа вон сколько ромашек повыскакивало. Дедушки некогда, косить не могут, болеют. А Володя тут нашел арматуру. Сейчас буду подвязывать смородину, чтобы она ровненько была. То что-то она вся покосилась. Мы тут мимоходом заехали посмотреть вот эти роботы-пылесосы. Поговорили с продавцом, выбрали один, и он пошел его искать. На вот этот вот, по-моему, да. Пошел его искать на склад. Как они все рассказал, разъяснил. Вот, конечно, глаза разбегаются, но вроде бы нашли неплохой. Хочется это видеть. Вот еще какой хороший робот за 18. А есть и за 30, и за 40, и за 60. Каких только нет. Вот они, кофемашины. 34 тысячи. 47 Bosch. Тоже Крупс. Вот маленькая есть грузик. Узенькая. 30 31 тысяча. Ну а что мелкие, там, конечно, смотреть нечего. Эти вообще большие. И вот здесь у него идет, то есть вот так включили. Так. Вот, должно. Ну тоже говорит, нет? Да, вроде говорящий. Угу. Надо заряжать. Разряженный. Угу. Чтобы зарядить, можно два пути использовать. С помощью станции и напрямую шнуром. Запасная тряпочка в комплекте идет. Пульт. На минуточку пульт, это очень хорошо. Так. Кстати, если нет батареек, можно сразу же взять батареечки, там мизинчиковые, да, идут. Мизинчиковые две. А у меня эти дюрасел набрал, у меня дом маленький. Есть, да? Нет, Володь, у тебя побольше, тут, по-моему, поменьше. Маленький, размер. Вот маленький дюрасел. Да? Да, ну, смотри. Ой, и коробку двигает. Ой, ой, как страшно. Он неужели не упадет? Так, уперся. Угу. Дальше поехал. Ну да, оказался вот сосед почти наш, подачу продавец. Все, ну понятненько. Ой, друзья, вы знаете, вчера так выскочили неожиданно из дома, как-то так поторопились, и я не взяла с собой подзарядное. Поэтому жалко, мы были в Хофе, и много могла бы вам еще показать. Ну вот, забыла. А сейчас должны привезти то, что мы вчера заказали, и я вам покажу, что мы купили. Ну, в принципе, ничего такого не купили. Мы купили только журнальный столик. Купила я там одно такое кресло, или как его назвать, оно на террасе полежать, посидеть на нем. И купили шар этот, соляр. Тоже потом покажу вам. Смотрите. Уже у нас идет инжир. Вот он уже какой. Еще листиков нету. А уже плоды. Какие красавчики. Уже все почки, почки. Хорошо, сегодня тепло. То дожди были, но сегодня хорошо так. Легкий такой ветерок. И вот сейчас позвонили, где-то через час они подъедут. Вот позвонили. Вот они подъезжают сейчас. Две коробушечки нам выгрузят. Ох, как они разогнались. Не успела подойти. А, они уже сразу вот эти две коробочки. Это значит вот стол и кресло. Вот. Мы в магазине были вчера, да, но этого в магазине не было. Это все на складе у них. И поэтому со склада на дом. Вот он и столик. Ну, а так вообще-то он тяжелый, мы бы его не дотащили. Правильно, белый. Мы заказывали белый, потому что другие были только под дерево и черный. Ну, это надо. Да, это в тачку.
Не, ну это можно открыть и сюда вагончик поставить пока. Сразу на мусорку эту, картон старый. А это в пленочке будет там. Ой, все равно туда понес. Мы в магазине смотрели, хотели черный взять. А когда стали смотреть, она говорит, только серые. Мы говорим, ну ладно, что теперь не будем. Ждать не будем, мы ждать. Взяли серые. Вот это чудеса у нас. Дожди прошли, у нас какие-то грибы интересные появились. Ох, ох. Ой, сколько их. Вон еще вылазит. Ой, сколько этих поганок здесь. Ну, а что еще? Ну, конечно, поганки. Надо же, поздорово. Вышла на прогулку, мне в магазин надо. А тут, смотрю, уже вот они. Черешня уже. Зеленые ягоды черешни уже. Вон она вся усыпана. Ой, как быстро все. Как я ее люблю. Первый раз я ее попробовала. Мне было где-то примерно 16 лет. Первый раз я узнала на Кубани, что есть черешня, такая ягода, и вдобавок еще и красная, и желтая. Тут тоже такие интересные кустарнички. Вот так ровненькие такие. Прямо гладкие-гладкие. Вот. Интересно. Не знаю, что это такое. А здесь уже ириски. Кстати, у меня там где-то картина есть. Аленка рисовала ирисы. Надо уже скоро заняться. Все это собрать и думать, куда повесить, на какие стены в доме, чтобы было и красиво. И Аленка все время мне напоминали. Красота. Тоже вот какая красота. Даже не знаю, что это за цветочки такие. Ну, вот они. Целый рядочек. Как красиво. И темно такие бордовые. И светлые. Два оттенка у них. Или они когда открываются сначала темные, а потом, наверное, становятся светлее-светлее. Тоже надо попробовать запомнить листочки. Или вы, друзья, как всегда, мне все напишите, подскажете, расскажете. Такой знаток из меня, цветовод. Такую красоту я тоже хочу. О, друзья, концовочка. Все, Володя управился. Долго мучились, все. Теперь вот тут, не знаю, или так оставить. Ну, конечно, все забрызгается. Или что-то надо придумать. Я где-то видела такие... На стол класть там кофе, чашка кофейная. Вот по цвету подходит. Посмотрим, если что, потом этот уголок закроем. Ниже нельзя, потому что у нас газ. И она должна быть вытяжка повыше. Вот такая вот она у нас выдвигается. Здесь свет включается. Вот, и две скорости. Все. Так-с. Все, управились, выключаем. И вот так вот здесь, вот такие две полочки Володя сделал. Вытяжку вывел туда под гипсокартон. Ну, тут на пока поставила вот тарелки. В общем, придумаю, что все, друзья. Володя аж сам говорит, мне аж не верится, неужели я кухню закончил. Все хорошо, все классненько. Вот это я уже показывала, да, вот это... Руки мыть, жидкое мыло, хорошо тоже под все под цвет, черненькое-черненькое подходит. Ну вот так, все, кухонная эпопея закончилась. Сегодня погода сказочная, друзья, наверное, градусов 30. Все раздетые, в шортах, в маечках, и я в магазин сходила. Пока сходила, Володя уже пенек выкорчевал, ту кучу все выровнял, подровнял. Все классно, если все хорошо будет, так что завтра придут нам, как же это все называется, все забываю, не барановать, а культивировать, вот, вспомнила. Так что вот так вот, друзья. Ох, жара. Тут вот шар купили, но не очень-то светит,
О, окно открыто, как слышно телевизор. Такс. Ну ничего, так светит. Ну, посмотрим, что будет дальше. Все равно красиво, приятно. И Вова уже почти столик-то журнальный собрал, что мы купили. Привет. Да, всем привет. О, какие сорубчики маленькие. Так что все, вот так вот, красота. На днях должны прийти металлические, ставить нам вот так 8 сантиметров от низа, и все будут делать такие рамы для того, чтобы сверху потом поставить стеклянные эти окна. В общем, все потом, конечно, вам покажем. Вот у нас вот мотоблочить начали. Вот тут. Так, земля такая пышная, хорошая, прелесть. А Володя следом уже идет, разравнивает. Вот так подровнял. Все. Сегодня уже, наверное, поздно. А завтра с утра попробую травы, травы. Покидать вот тут вот по периметру, чтобы цветочки были. А там дальше уже нужно сыпать травку, что мы купили, семена. Вот вчера, друзья, продисковали. Я сегодня с утра тут выравнивала, как могла. Потом Володя еще здесь несколько тачек привез. Вот там вот в углу подровняли. Видите, там черное. Туда довезли. Здесь, как могла, равняла. И вот здесь вот, видите, немножко где... Это черненькая дорожка. Это я полила, хоть и дождик был. Это я посадила цветы. Все подряд. Что будет, не знаю. Вот этот шарик у нас тут, который мы купили в магазине. Ну, не очень-то он светло греет, но все-таки пойдет. Вот у нас тут кошка новая. Я ее назвала Багира. Такая уж ласковая, но такая хорошая. Приходит, ластится. Так что где-то она тут живет, но у нас часто бывает. Да, Багирочка? Как Парагвай я решила назвать, чтобы не скучать. Вот. Ой, тут, наверное, Вова еще работает. Да, вот он еще немножко разгребает. И здесь все выравнивали, тачками туда вывозили, вглубь забора. Там, видите, немножко еще ямка такая, ее надо сравнять. О, Вова, какие грабли. Чем у меня, да. Они, смотри, как ровненько гребут. Классненько. Но... А я вот здесь подровняла. Там под яблони было немножко высоко. Вроде сравняла все. А то, что каменилки, это все потом дождем промоется. Все. Вот еще немножко эту ямку чуть-чуть закопаем. И все. И потом уже, если дождь пройдет, после дождя уже можно будет. Траву пораскидаю. Я смотрела в интернете. Не буду я голову заморочить. Как выйдет, так и выйдет. Вместе с сорняками эта трава будем косить. И все, и будет красиво зелененько. В общем, потом разберемся, друзья. Что-то у нас так похолодало прям. Вон Володя даже рубашку теплую одел. Ох, погода. Но не только у нас, по всему миру. Прямо что-то погода совсем разыгралась. То так, то сяк. Ну ничего, выдержим. Все будет отлично. Ух ты! Вов меня позвал на проверку. Вот это да. Ну вот тут немножко еще, Володя, вот там. Где? Видишь, вот тут немножко низинка. Ладно, вот. Там заливаться будет, это земля. А там немножко так поднято вроде бы. Это все вот про тут. А, и про запас? Ну если... Ну если про запас, то ё-моё, такая красота. Наступать-то даже. Жалко на такую красоту. Ну все, танцплощадка. По-моему, ровно, Володя. Еще дождик пройдет, и вообще будет здорово. Классненько. Тут Володя сегодня начал делать, вот проводить кабель, чтобы здесь сделать тоже розетки, электричество. А вот, кстати, то, что мы купили, вот это вот раскладывается. Так хорошо раскладывается, легко. Я на ней даже уже загорала на днях, грелась. А сейчас холодно. Ой, ну что, друзья, у нас в доме-то закончилось, кухня, надо что-то ж дальше. Мы давно уже думали, говорили об этом, чтобы закрыть террасу. Звонила я, узнавала, давали мне телефоны, приходили эти, измеряли все.
В общем, решили, как говорят, самый лучший вариант. Если до низа ставить, хоть стеклянные двери, хоть на внизу поставить пластик, они будут очень такие хилые. И решили, значит, так, вот 80 сантиметров от пола, и вот так полностью все будут планки металлические. Завтра, если все получится, они придут в сварщики, будут это варить. Здесь, естественно, еще встанет одна вертикалка, там будет маленькая дверь. Вот, и вот это снизу, чтобы было хорошо все, это все закроется. Все как положено они сделают. Здесь тоже решили ставить дверь. Одна половинка, как нам посоветовали, будет закрыта, а вторая будет открыта. Если вдруг, говорит, мебель заносить или что, может быть, вторую половинку открыть. Ну, посмотрим, как будет. И сверху придется ставить одну ровную. И тогда будем заказывать рамы. Он уже померил, какие размеры рам. Вот в каждой секции будет одно единственное окошко открываться. В каждой секции будет открытое окошко. А потом будем думать, чем вот эти вот дуги закрыть. Как все это будет выглядеть, картина. Ну, пока так. И потом будут еще немножко пол заливать, потому что он неровный. Вот, и будут его выравнивать. Вот она, красавица, опять пришла. Я ж тебя сейчас только накормила колбаской. Девочка ты моя, Багирочка ты моя, как я тебя полюбила. А тут лохматый перестал приходить. Все, а это теперь все время здесь. Да, да, и на руки я уже брала. Ты моя золотая. Вот так, друзья, вот такие наши планы. Так, что еще? Сегодня мерили мы тот кусок столешницы, который остался. Володя говорит, по-моему, 2,5 метра осталось. Ну вот теперь думаю, что как раз вот с этой столешницей сделать здесь кухню. Ну, у меня печка будет моя электрическая, переносная. Я не буду здесь ставить такую настоящую печь, там туда все. И просто мойка будет. Вот надо тут краны. В общем, короче, Володя сегодня уже тут думал. Примерял, как что. Или готовые будем с Леруа брать. Я видела такие дешевые кухонки. Простые, обычные, по-моему. 17 тысяч или 13 тысяч. Ну, посмотрим. В общем, здесь по плану, конечно, хочется сделать кухонку летнюю. И побольше быть здесь, на улице, чем дома. Новочка еще все работает и работает. Ну все, друзья, поделились очередными новостями с вами. Так что всего доброго. Спасибо вам еще раз огромное за комментарии, за подсказки. Особенно по поводу цветов. Ой, вы не обижайтесь. Но я забываю цветы. Вот одно мне подсказали, я тут же забыла. Как называется, вообще не помню. Но то, что нужно пионы в августе посадить, это я не забуду. Буду точно сажать еще в августе пионы. Мне все равно, какого они цвета будут. Я не капризная. Цветы, да и цветы. Посмотрим, что у меня здесь выскочит. Какие цветочки. Лютики. Все, друзья, всем здоровья. Пока-пока.